Ну что, ребята, рекозуша опять. По прудам поездил, без толку. Мотыля не стал ни мыть, ничего. Вот червячка опарыша. И сейчас такой сход, блин. Ну, по клёву, по проводок 7-8 провел. Уже сегодня накатался. Вот уже после обеда время. Два пруда, речушку одну съездил. Ни рыбаков, ни рыбы, ничего. И ни одной поклевки не видел. Ну, думаю, да, и тогда сюда уж доеду. И вот на червячка и два опарыша нанизал. И так чуть притопило. Ну, ладно, давайте посмотрим, что будет. Сейчас еще червячка подниму. Никто не хочет вообще. Ребята, вот везде ноль. И ветрище северный, уехал северный и приехал. Не хуже, месяц прошел, и северный такой и дует. Еще волна такая жуткая. Ну, там хоть на прудах тихо было в низине. А тут и как раз на ветер сижу. Это на катушке вот это пищит. Кто у меня там спрашивал, что у тебя там неухоженная катушка. Это вот это, неохота ее. И одну рыбалку и опять смазываю. Я попробую еще червяка, может, целого, чтобы попробовать нанизать. Я попробую. Вот целого. Может, что даст это? Кто-то отгрыз у одном червяку кончик. Ну ладно. Пробуем дальше. Червяк, опарыши, червяки разные. Куда бы съездить, везде все позакрыто. Нерестовые ямы, вернее, зимовальные не открыты еще, а нерестовые уже открылись места. И ни туда нельзя, ни сюда. Вот такие кусочки оставили ловить рыбакам. Скоро и дышать запретят. Ах ты, блин, положил-то. Прям выложил. Это не трава, наверное. Ну, выложил-то не трава. Да, вот тебе рыбалка. Ладно, сирень, когда зацветает, тогда начинается. А это сейчас не сирень еще не цветет. Но уже зеленеет. Ух ты, кто-то... Блин, сход, да что такое? Ё-моё. Хорошо, поклёвка такая. Что такое? Окуньков поймал, блин, сейчас притопил. Негодник кто-то. Или притопила. Прям целого червяка нанизал. Разговариваешь сам с собой, чокнутый можно стать. Сейчас посмотрим. Перешел чуть в другое место. Поглядим, может тут что-то. Дальше, по-моему, поглубже. Вот это придется воевать. Да, а то и потом не вытащишь. Тебе еще и потянуть. Ну-ка, поехали.
Ух ты, там, наверное, глубоко, наверное, глубже. Блин, охотка, поклевочка. О, вот во. Удивительно. Вот во первое. Ух ты, шершавая-то какая. Как видите? Шершавенькая. Тихонечко притопило. Погода не дает. Ну ладно. Какунька. Жаренку, то есть я наскребу сегодня или нет. Притопило, я аж не поверил. Ребята, я аж не поверил. Потемнело. Блин. Ладно. Я аж не поверил. Она притопила так присяга. Да, вот тебе рыбалка. Какой раз уже. Ну давай. Рыба за рыбом. О, блин, под бережком кто-то там возится. Медленно, но уверенно приближается вечер. Ой, солнышко выглянуло. И чуть-чуть потише стало. Ну, клёв не важный. Что и говорить. Йоу. Неужто шарик погреемся? Да как? Сразу все как завеселело. Что рыба переклевывала бы, он вообще было хорошо. Не хочет. Ну это зараза с погодой, мне кажется, связано. Куда таких? Ну-ка, что мы там издалека залочим? Так, сизачка зарядил. Сейчас посмотрим, что тут за рыба с рыбой. Ну, вообще что-то не стало. И водичка нормальная такая, с мутнинкой. Вот сейчас опять туча зайдет. Туча опять идет там, то есть. За тучки прячется. Здесь чуть получше течет. Идет. Мне кажется, надо не поднять ли чуть-чуть плавочек. Вот что. О, червяка нету. Кто это его экспроприировал? Да, притопил чуть-чуть. Червяку крендит. Ни под берегом, ни от берега, ни вдоль берега, ни, никак. Во-во-во-во-во-во-во. Вот он кто-то. Вот он кто-то, вижу, притопил так и держит. Сколько же проводок-то уже сделал? 200? Ох, как раз такая вот. Надо было кидать ее. О, это мне как раз жаренка. Вот такая хороша на жаренку. Как чипсы. Хорошую, здоровую и вкусную.
Это мы угощаем. Ну что это? Ну вот такая, если. Что она только одна? Я уж думал, мне показалось. Думал, показалось. Тюк, тихонько, тюк. И притопило. Ух ты, там хорошее что-то сюда вазануло. У нас рыба гурман. Хрен ее заставишь на червя на какого-то там клевать, опарыша. Ей для ручейника, трубочника. И то на это всегда еще не берет. А это на опарыша ловит. Хрен ты его нас заставишь ее. Да, что-то встало и стоит. Что вообще ничего не плывет здесь. Еле-еле-еле. Ух ты, красиво. Красивый какой шарик-то на закате. Вон он, красивый. И телефона. О, у меня там гоняет. Вон она, у меня там гоняет щучка. Вот, наверное, она не дает подойти. Вон она. Раз, два. Ну что, друзья мои, рыбалку закончили, хватит. Хватит, наловили, во. Сегодня ездили, ездили, искали, искали, разведка была. И, если честно, не важнее. Ну, вон рыба вышла. Гуляет, ходит. Ходит, ходить ходит, но брать не берет. Вон она кругом, вон, вон там всплеск, и там всплеск. Видно хорошо очень. И такая не мелкая выходит-то. Ну так, на жаренку, кое-чего на жаренку. Плотва. Окуньки, конечно. Окуньков бы я, конечно, лучше окуньки. Окуньки хорошие. Плотва так себе. Вот. Ну уже шершавый. Ладно, на жаренку есть и хватит. Ну сейчас межсезонье такое, и погода холодная, и межсезонье. Сейчас никакая рыба. Ух ты, всплеск хороший. Ух, круг какой разошелся. Ну вышла она вот гулять, гуляет, а брать не берет. А вот сейчас только чуть потишила. И все. Ну ладно, ребята. Всем добра, всего хорошего. Подписываемся на канал. Это сейчас межсезонье, потом интересно будет. Потом на спиннинг щуку-судака будем долбить, карася-карпа. Ладно, всего хорошего, здоровья, пока-пока.